какая-то скотина украла нашу корову. Отец, если тот, кто украл скотина, значит, он худой. Если худой, значит, из соседней деревни. А если из соседней деревни, значит, это Серго. Тогда идем к этому Серго и вернем нашу корову. Пошли! Эй ты, Серго, верни нашу корову, которую ты украл. Дядя Мамикон, что за новость? Посредине дня с сыновьями пришли ко мне и клевещете на меня. Какая еще корова? Откуда я знаю, где она? Я к вашей корове пальцем не прикасался. Я честный человек. Слушай меня, считаю до двух. Если не вернешь корову, будет плохо. Считай хоть до 235. Не крал я вашу корову. Раз, два, взять. Хватит. Ну как, память вернулась, а? А теперь верни нашу корову. Слушай, дядя Мамикон, сколько бы твои амбалы не били меня, да подождите, дайте сказать. Все равно я буду говорить, что не крал вашу корову. Взять. Хватит! Освежил память. Верни нашу корову! Верни нашу корову! Дядя Мамикон, я вашу корову не крал. Нет проблем. Ребята, я знаю, как развязать ему язык. Ведем его в отделение. Давай, вставай. Вставай, не трогайте меня. Быстрей. Здравствуй, начальник. Что случилось, дядя Мамикон? Этот подлец из соседней деревни украл нашу корову. Мы ему говорим, верни нам корову, а он твердит, что не крал ее. А ты что скажешь, Серго? Начальник, я не крал у них корову. Даже не знаю, что это за корова такая. Минуточку, дядя Мамикон. Откуда ты узнал, что он украл у тебя корову? Очень просто, начальник. Пришел домой, сказал, что какая-то скотина украла нашу корову. Мой старший сказал, если скотина, значит худой. Средний сказал, если худой, значит из соседней деревни. А младший сказал, если из соседней деревни, значит это Серго. Вот так мы и выяснили, кто украл нашу корову. Ну, дядя Мамикон, во-первых, это не доказательство. Во-вторых, я удивляюсь, что это за логика? А если ты и так, тогда скажите, что находится в этой коробке? Сейчас скажем, начальник. А ну, ребята, за работу. Начальник, если коробка квадратная, значит то, что внутри, круглое. Если то, что находится внутри, круглое, значит оно оранжевого цвета. Ну а если это оранжевого цвета, значит внутри апельсин. Слушай, Серго, а ну-ка верни людям корову. Милиция! Милиция! Помогите! Эй, эй, прекратите! Помогите, спасите! Убиваю! Что вы здесь устроили? Милиция! Вот так! Я уже сейчас...